Здорово. В общем, сегодня вышел новый режимчик. В двоечках заменил обычные двойки в королевской битве. Iron Trails 84. Новый режим. Когда-то такое возможно было, но я не уверен. Я на своей памяти этого не помню. В общем, какие изменения от обычной КБ? Если вкратце, то у нас получается не 250 хп вместе с тремя плашками брони, а 400. То есть белые хпшки это 250. И три плашки по 50. То есть хп почти на 100% еще плюсом добавлено. Из-за этого файтиться приходится немного дольше. И обоим иногда не хватает. В общем, полное новоизменение в этом режиме, в отличие от КБ. Полный список вот этих вот пунктов. Я напишу, давайте вот, блять, вот тут. Можете ставить на стоп-катер. И, естественно, в описании. А так, приятного просмотра. Мы поиграли в этот режим буквально там 4 катки. Но сейчас все увидите. В общем, полетели. Куда? Давай, блядь, знаешь, куда нахуй? Давай-ка. Давай вот сюда, блядь. Я был первый. Один на крыше. Пожалуйста, блядь. На, блядь, падла, сука. Он тут. Да? Я ему... Чуваки русские, блядь. Да. Случайно. Пиздец, 3800, у меня всего 300 баксов, блядь. Перемещается. Патрик хотя бы взять, блять. А тут нет уже Патрика, тут они. Там фарм лежит. Иду. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. ГУЛАГ. На лупу куда-то. Сука, X4, блять. Стадион стреляется. Я не могу дверь открыть. Блять, меня тпшат, пиздец. Они сидят тут. Иду. Сидят. Я могу зафлашить. Ты можешь кинуть туда что-нибудь? Ебать, граната нахуй. Сишка. Ноге больно. Это там самый юный, понял? Бизон, хочешь бизон, не? У меня есть уже. Сука, я хлоп хп, пиздец. Не, меня отключит, я ебал. Я не могу. Да, блядь. Хорош, пиздец, лагает. Чуваки сами, наверное, охуели, блядь. Да, у этого, я думаю, будет золото. Едет, катится до решечины. Чё, хуело, блядь? Тебе пизда. Я умер, у меня еще один, у меня еще один. Да. Спасите. Я его не вижу. Убийца, мама коллапс.
Ебать, они с комплектами нахуй. Ебать, Галил! Не, ничего не надо. Вот у нас вот здесь. Кто у нас сзади? Это ГУЛАГ? Вон он летит. Да они свои пушки хотят, понял? Он же там. Сука, кряк! Там тысячи хп, блядь. Конечно, потому что ГУЛАГа-то нет. Ой, ГУЛАГа. Бесплатного комплекта. Ебать, кидает. Сидит и пытается свои пушки найти, наверное. Их нету. Да? Сука, урод. Они в хп. Ваш союзник попал в ГУЛАГ. Я скажу, я всех убил. Угу. Ты так жестко, ты стреляешь, а должен умереть и не умирать, да? Настроение вполне боевое. Бежал, видел? Вижу. Надо догонять. Бежать. Там три типа. Ой, еще бежит вон маленький. Смотри, не стреляй пока. Смотрит. Ты не забывай, ты не сможешь его убить ближе, чем 30 метров. Кряк одного. Фонарь еще. Что это за слово? Нихуя себе, блядь, ты что? Димасик, здорово. Циркус экстрим тут строил какой-то. Пиздец. На мотоцикле. Кафает. Чищи. Вон, смотри. Чищи, знаешь, что меня бежит. Лезут, смотри. Пацана влетел, стоит, ему вообще насрать. Гений передо мной какой-то. Вот там два типа. Можешь, пожалуйста, сдохнуть. Спасибо. Пойду залутаюсь. Давай. Ящик с броней. Что надо? Гроза. Ебать, ты-то кто нахуй? Один ног. Один ног и... Еще и на... Не, ну я чувствую, надо точку давать. Сзади, не надо. Сзади, с полма. Там. Я уже дал. Сзади. Ой, блядь, блядь. Там читеры, блядь, какие-то. Что за хуйня? Нет, не читеры. Они шьют через кроны. Отвечаю цель для авиации. Я штурмовик 3. Вас понял. Захожу на цель. Надо броня. Броня нет, две штуки есть. Цели не поражены. Не, вот это прикольно, что так хп много. У нас угроза 3, блядь. Не интересует? Вот он. У него наушники есть вообще или нет? Не знаю. Какой знак? А. Тут броня. Если что, у меня еще есть. Вообще пиздец, просто справа не смогут отбить. Они бегут вот тут. А мы тупо в опыне, блядь, бегаем. Отставить последнее.
же бессмертный. Больше никаких сражений, здесь пусто. Ну. Внимание, газ. Найдена новая безопасная зона. Какой-то стоит. Пойду проверю. Опыт, мы оторвались от преследователей. Хорошая работа. На крышу залезем. Зачем нам все прыгать? Тебе броня полная? Да, 8. Хорошо. А что нам тут пригодится? Точка и кластер? Я кластер возьму. Точку взял. Брони взял чуть-чуть себе. На них пойдем на лицо или нет? Не-не-не, давай уже все, по сейву отыграем. Нам надо выиграть эту хуйню. Ты можешь бабку взять? 5000 она стоит. Все. Идем в безопасную зону. Да, блять, можно нахуй перелезть. Блять, я тоже застрял. Блять, где бабка? Нельзя, 6000 она стоит. Блять, 100 гривен, блять. Именно гривен, да? Да. Ну пиздец. Надо было ящик кинуть, а не купить, блядь, брони. Ты в ней. О, гривну нашел одну. Ну все. Все, все за зоной. До свидания. Пошли сзади. Слышу. Да. Внимание, газ. Осталось 9 противников, не дайте им уйти. Блять, страшно, надо налево как-то, да? Налево, видишь, типы? Да. Примите координаты. Меня с спины ебут. Нет! Блять, под забором сидят. С чего это он меня убил? С пулемета, блять! На, поюки, классно. Пиздец, такая катка хорошая была. Она еще была, она еще есть, блять. Блять, ты же меня не выкупишь, ёбаный рот. Нельзя выкупать? Можно, но у тебя, по-моему, мне кажется, денег не хватит. Я хуй знает, сколько стоит. 4000 все заебись. Они так гнать. Ой, ебать, там оружие есть какое-то. Нихуя себе. Последняя броня вот. Пиздец. 8 чел. У меня здесь чел стоит. Он в доме. Справа, да. Приближается газ. Отмечаю новую безопасную зону. Антон. Так лучше. Броня надо? Нет. Мне одна осталась. Тут патроны. Пулемет сюда. Газ перемещается. Лучше станем возьмем. Двигайте в безопасную зону. Броня надо? 5 штук. У меня 6. Все хорошо. 2 в 2. Они вон там, я видел. Иду. Отставить последнее. Все, я в зоне. Я их не вижу. Передо мной прям вроде бегает. Пулемет. Отставить последнее. Прицельно бьют, сволочи. Ой, нет, нет, я сам реально пошел. Газ рядом с вами. Приближается газ. Дорогу разбили. Ну, сука, ладно, не пропиздил. То, что она еще есть. Просто столько хп у чиликов вообще. 12-11, отлично. Да, ты говоришь, была. Не, я думал то, что у тебя нету магазинов.